Акция проходит на базе детских домов и реабилитационных центров во всех 11 городах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу. Сюда приходят футболисты и послы чемпионата, общаются с детьми и дарят подарки. В Сочи площадкой для проведения акции стал реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сюда пришли активисты волонтерского центра, чтобы рассказать о предстоящем домашнем мундиале и истории предыдущих турниров. А в свою очередь детки могут написать письмо знаменитому футболисту, легенде, возможно, их мечте, их кумиру, и обратно получить автограф именной от этого футболиста и поздравления с Рождеством и с Новым годом. Кстати, как рассказали в центре, первые письма уже написаны. И написаны в основном в адрес наших российских футболистов. Конечно, все желаем, не желают, а поздравляют с выходом на Евро-2016. Это, конечно, нашему Протарёкин, Киеву, Широкому, Мамаеву, братьям Березуцким, Игнашевичу, Дюбе. Это вообще отдельное поздравление.